В Якутске по нашумевшему делу о незаконном лишении свободы гражданки Филиппин теперь возбуждено уголовное дело об организации незаконной миграции. По данным следствия, за последние 4 года Кристина Левадна, являясь стороной, принимающей иностранных граждан в России, создала условия для незаконного пребывания в городе Якутске 15 гражданок Филиппин. Заведомо зная об отсутствии у этих женщин регистрации по месту пребывания на территории России, Левадная разместила их в жилые помещения, при этом подыскивала этим женщинам клиентов для уборки объектов. Ведется следствие. Левадная данных гражданок иностранного государства на миграционный учет по месту пребывания не поставила. Они находились на территории города Якутска с нарушением режима временного пребывания. Таким образом, прокуратура города Якутска установила, что в действиях Левадной имеются признаки состава преступления, предусмотренного статьей 322.1, часть 1, организация незаконной миграции, и направила материалы проверки в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело. В настоящее время по делу проводятся следственные мероприятия, его ход находится на контроле прокуратуры города Якутска.